Вообще понял, что я еще открою. Посмотри тут. Давай проверим вот здесь. Я считаю, самое полное за всю историю. И улучшить, только сделать крупнее, больше размер. Ну тут сейчас, вот здесь надо проверять. Здесь потому что надо выбирать конкретную книгу, не каноническую. Ну, любой, да, ну, не канонический, здесь, да. Не канонический. Все нельзя, здесь только одну можно выбрать. Ну, Библия, ну-ка, заряди здесь, где не канонические? Вот они идут, не канонические, вот. Не вижу, ну, отдельно. Вот они, не канонические. Да, а общая вся идет? Общие не канонические, сейчас. Ну, есть не канонические. Ну, там поиск. А, вот, есть, вот, нашел. Это все. Тимофей Хас сделал. Да. Теперь смотрите. Вот кто сделал поисковик этот? Кого спрашиваю, никто не знает. Наконец мне один ответил, говорит, это вьетнамец в университете Ленина, там, это Ломоносова. И он это сделал поисковик. Я говорю, найдите, я должен отблагодарить, я его пользуюсь. Это облегчило мне труд, насколько. Его нашли. Нашли, я больше про него узнал и сотворил там что надо и послал ему. Отблагодарил. Игнат Тихонович. Вот давайте, вот гордость. Давай. Здесь давайте смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 16 раз гордость применяется слово. И оно по книгам, в каком месте стоит сразу, и какая идет глава стих возрастающей степени по буквам. А здесь 8. Полчаса прошло. Ну что ж. Здесь 8. Почему так интересно? Не знаю. Ну давайте проверим. Давайте. Там есть такие места, которые не пройдут. Сейчас. Собрание сейчас. Еще занятие? Это сказать? Собрание. Молитва? А, собрание, да. Собрание. Да не выключай. Воскресное собрание. Собрание. Мир вам! Они еще подключаются только. Да, они подключаются. Сейчас. А, не слышат, да. Сейчас, они только начали подключаться. Гордость. Здесь у вас 16, а там 8. Нет, у вас нет. Больше получается. Слышно вас хорошо. Значит, другой момент. Нет, а гордость, именно же так слово должно быть. Александр, благодарим тебя за мёд. Здесь говорится, какая книга? Говорится. Вот, смотрите. Первый Маковейских, 2.49. Вот есть у вас, ныне усилилось испытание. Вот это слово какое? Второе Маковейское. Вот это такое слово последнее? Город. Вот смотри сколько, вот. Представь себе. Вот. Вот. Это вообще мелочь-то возьми. Очень мелочь. И какая книга? А, это другие уже пошли слова. Да, ну вот, смотрите. Да. Ну, допустим, если ты найдешь Господь, найди слово Господь. Посмотрите, сейчас еще получится. Опа, ре, так, Господь, РС. Вот. ГСП. Господин, господствовать, Господь. Ну и сколько? Ну, 15. Это... Целиком. Угу. Второй столбец. Господь. Не канонический, Господь. Сколько? 140, тут 144. Во как. Так это уже тут идет, а тут-то надо и было. Тут больше. Тут больше. Столбцы. Надо сосчитать, сколько один столбец, сколько. Да, посчитать, сколько столбцов. Самое полное. Я сколько смотрел, у многих, которые там есть, не достают. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 71. Раз, два. Так. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8,
Половина. 8. Там, наверное, еще половина. 9, да? Ну, где-то... Грубо говоря, 9, да. 9 на 71, да? Ну, там и... Вот, 9. Около 600, 570. 9 на 71. 9 умножить на... 7 и 9, 63. 631. Нет. Во, помощница. Ой, очень умная женщина. Мы с ней так подружились. 639. Вот так. Вот так и половинку посчитал? А тут 144. А? Половинку посчитал? 144. Да. Ага. Посчитай, раздели на 144, вот сколько раз получится. Вот у меня... Что-то неправильно получается. Корректировали слово «ё», буква «ё», везде выключили «ё». А, ну понятно, тут Господь, а тут, наверное... Тут разное, да? Склонение тут не учитывается. Вернее, учитывается. Учитывается склонение, да, да. Господа, наверное, тут это Господу. Все. Господу, а да. Господь, это Господа. А там только корень, наверное. Да, да, вот все понятно. Ну-ка, Господу набери «у», вот это последнее «у», Господу. Угу. Это если есть? Ты не любишь, разве ты будешь заниматься да, дебилизмом, да? Такой, ну, тут разных вариантов. Ну, вот, особенно, когда я в вагоне ехал, электрический, я разложил. Да, да, вышло. Сколько? То есть ты конкретно должен задавать слово, вот это правильно. А когда дома делал, то кровать одна, а вторая – второй этаж, я на второй этаж. И букву я знаю, где-то там. Я опять туда лезу, ищу тот листик, и туда вставить следующий. Угу. И между ними еще оставляю места, а ну как еще появится. Даже высказать не надо, это каторжная работа была. Но я это делал с такой радостью. А когда у вас симфонии на жития святых не осталось? Осталось. Дать? В общем, она только осталась. Не отдельно. Как в общем отдельно? Ну, в толпе книг. В комплекте книг или отдельно? В комплекте. Комплект. Отдельно я могу дать вам, но она в комплект входит. У меня она в комплект не вошла, не было. У меня тоже не было. Если может отдельно, я бы вас взял, если отдельно есть. Я не знаю. Отдельно мы бы взяли. Они вышли рано, и поэтому я не думал, что у меня будут книги дальше. Нужно было отпечатать. Вопросы, которые я давал там студентам. Ну, я думал, что одна книга будет, и она первый, даже первый том не стоит. А получилось 33 тома. То есть я не загадываю, у меня данных нет, а оно как прорвало, как половина. Один том или 33, а у меня даже соображения не было, что еще будут. Я так приниженно себя считаю. А когда началось это, вот особенно второй том, когда выходил, я сильно боялся, что отрубят его. Там против... Братья, я собрание вести не буду, это мы просто присоединились. Там Виктор Савченко что-то сказал, что не может. Кто-то проведите собрание. Ну там время-то уже. 30. А, ну. 43. Да простое дело, смотри. Отец наш держал собак. Как правило, три. А одна своя здесь, жулик, или как это звали, помню. А другие там Кавказ, овец спас. И они на проволоке бежит, а цепь за проволоку завязана там дальше. Ну и все, когда пасут. А я увидел, как пограничники работают, и мне захотелось это. Я сразу в клуб собаководства. И мне нужно было неразмерное. На размерное в холке кабель 72 миллиметра, сантиметра. Холка. 72. А я ищу 80. Это намного больше. И наконец нахожу такого человека. Сука у меня есть. Домой он привел. Повязалась. Повязалась это, значит, вышла замуж. И теперь я учусь. В уголовном розыске поступаю. Работа идет. Капитан Никитенко, кажется, у нас был. Ух, какая работа. Труба какая-то, это пустяк. И стреляют. Она не должна бояться. Взрыв пакета рвется, она внимание. Я иду, она, я ей сразу говорю, след. И она сразу начала, где-то там сказали, вон там видели, около железной дороги-то. Она бегает, щелочный метод. Я сказал, след, она сразу голову, но я должен показать, в какую сторону, потому что она не может определить собака. А дальше уже только лови.
Ночью она по кладбищу. А кладбище же там дороги-то нет никакой. А я рядом бегу. Сказали, здесь ушел. Я не вижу, где она. Я кричу, сидеть. А кричу, я не знаю, где она сидит. Я уже запыхался. Голос, и она начинает лаять. Ага, радом. Я вперед. И она опять этот след берет и идет за ней, бежит. И он добежал, она потеряла след. Пивоварка течет, и он на ту сторону перескочил. Ну, там метра три, может быть, ширина всего только. Ну, и там по берегу пошел, по воде. И след потерян. Я на эту сторону собаку, она сразу след взяла. И там ранжирный парк, она в ранжирный парк, а там колодцы делаются, и сверху чугунная крышка. Ремонт паровозов этих, ну, а вагонов где-то. И он там оказался. Она лапами встала, залаяла, все, теперь оружие в руки. Вылазь. Вот как было. Среди ночи за мной. У меня две собаки было. Она в ювелирном магазине. Они там подошли, там что-то размахнулись. Витрина большая, как ахнули. Выбили. А она в другой конце магазина. Как она оттуда ринулась, туда они бежать. А сигнализация сработала. Милиция сразу фанеру принесли, закрыли. Ко мне на дом. А они говорят, так сегодня суббота, он же в храме. Соседи-то. Но они в храм пришли, меня дергают. Я показываю, не трожь. Они меня опять дергают. Тут обернулся, ну, милиция. Я думаю, что-то неладно. Я выхожу, они сразу в машину и туда. И милиция, никто, она никого не пускает. Ну, я ее взял оттуда, зашли. Ничего не потерялось, все оправдано. Ей платили деньги, собаке моей. Я все время ходил, занимался. Идет, допустим, патрон. Патрон! Она глядит, что. Если бутылка, она бутылки ищет. Я сказал, патрон, патрон. И она буквально на языке, чтобы не прижала. По патрону будем определять, кто стрелял. Это с ними занимается. Вот я любым делом занимался. Я могу показать снимок, где. Ну, будешь ли ты заниматься таким? Да, ползать, как она. Я сам ползу с ней вместе. Самое трудное, стреляет вот здесь. Я ее посылаю, чтобы она бежала вокруг и сзади напала на него. Я должен такой длины веревку иметь и постепенно подтягивать ее туда. Будешь ты заниматься этим? Куда бы я ни поехал, в другой город, со мной всегда собака. Я с ней когда занимался. Мы начинаем петь «Христос воскресе». Она вот так вот поднимет голову и прям тональность берет. До того интересно, Динго. Вот рассказываю, человек смотрит. Вот она приучается так, курица, допустим, взлетела, или кролик выскочил, она сразу, она даже ушами только, я кусты посадил, а рядом испытание, она ушами шевелит, никуда. Рядом у меня поезда останавливаются, высокая насыпь, и прыгать трудно, она все равно заскочит, где там переходная площадка есть, грузовые вагоны-то, и стоит, я стою, да риск огромный, она смотрит, глаз не спускает. И как только поезд тронулся, пошел, она уже теперь уйдет и всегда. Уже вот-вот стараясь, скроется, нет, я вот так вот, а я держу руку, она смотрит. Я раз рукой сюда, тогда она спрыгивает и ко мне несется. Это вот надо все пережить. Когда она барьер берет, барьер вот такой высоты примерно. Вот такой вот. Ну, вот такая вот, да, у меня. Около дома. Потом она по обыкновенной лестнице, которая... Ну, как палочки где-то. Она на крышу ничего не стоит залезть. Даже дерево наклоненное, значит, она воспользуется. И им я все занимался. Что ты, обувь мою? А мне это хорошо как раз. Вот это у меня, вот он носок. Вот он. Вот этот носок. Мокрый. А мне даже нужды нет никакой. В храм у меня сапоги есть. А откуда сапоги? Когда у меня суд был, а я в сапогах по березкам-то, а в это время судья, извините, там, как гражданин Лапкин или как, скажите, откуда у вас сапоги такие? Сапоги? А сапоги вот откуда. Я вел занятия в летном училище, высшее авиационное училище. Ну и, ну, Господь делает опять же все так. Ну, до того они расположены, там, полковники, подполковники, высшие, они такие веселые. Он говорит, у тебя какое впечатление? Он говорит, мне кажется, я не учился, ни академию, ничего не кончал. Ну и пойдемте хоть маленько угостить. Ну что там, пиво не пьет, да что ж угостить, рыба не беру. А обувь возьмете? Я говорю, а какая? Он полез за диван, у него стоит в кабинете. За 43-й, я говорю, это мой размер.
Я говорю, вот происхождение сапог. Ну, я взял, они новенькие. Ну, я боюсь, что их и затрут. Я попросил сковали, чтобы мне подковы. А подкова ровно по этой вот, вот такой толщины железа. Вот такой. Они тяжелые такие, а на них бывают наварены 12 гаек. Я когда иду ночью, только искры летят. Вот кто будет это делать? Любое дело. С собаками вот это. Ночью сказали, сегодня занятие ночью. Ранжирный парк. Там хулиганство идет, надо нам обработать его. И вот идем, тот говорит, один потерял стейк. У него скамерь большой был у старика. Ну и бич его. И потерял его. Как найти? Ну где найти? Никто не берется. А ваша собака возьмет? Я говорю, попробуй. Найдите что-нибудь. Ну нашли там, я не знаю, половинка кирпича. Он ее в руки взял. А потом бросил. Я ее подвел, дал ему понюхать. Она понюхала, я говорю, ищи. Ну а дальше темнота, ночь, где она вот так вот бегает, где я не вижу. И наконец ломится оттуда, и держит она во рту, или как у пескаря, свисает тут ручки, а тут самый бич, которым бьют-то. Я говорю, Дина, так и не сиди, на. И зашли, а там, где комиссия сидят, милиция, и зашли, она, экзамен сдан. Все. Это ночью. И ночью мы платили деньги собаке и мне. Ну а собаке-то платили деньги едой? Да. А как догадался? Ну, что догадался-то? Зачем это государство? А я еще ходил на базар, который мясом торгует, и подпрашивал там. Ну, отлетает-то помаленьку-то. А еще не сварю. А за одной собакой у меня прилетели уголовные розыски с Алматы. Я в это дело, если я вник, тут я не брюки истер, ползал с ними. Нападение как совершать. Это все вот, плывет, когда она, ну все абсолютно взять. Скотина какая, вот рядом пробегает, я беру кролик, тут ни одна собака не удержится. Кошка там, не... она любила у меня рыба жареная со сметаной. Один раз поела, я на блюдечке кладу и сметаны, и это нельзя. Обычно команда фу, а это нельзя. Я уйду, через час приду, она лежит, смотрит, а рядом не съест. Ее отравить нельзя было. А если она все подряд будет? А если она кто-то бросил ей что-то, она даже уже команда не слушает, она сразу бросается и его сшибает, и все. Она, ему нельзя выйти, это уже преступник. И когда вот они делают сейчас, там один рукав дает, а все остальное открыто. Видите, как у меня это нет, это костюмы. И идут с ним дальше разговаривают. У нас нельзя. Мы его если арестовали, вперед я строже с ним. Иди. С ним уже я не разговаривать, я не буду. Она собака понимает, это враг. Я с ними дежурил. Мне так было хорошо. Просто говоришь, когда людям они считают за басни. А если ты любишь, вот симфонию, кто в симфонию, вот так касалось. Господь делает симфонию. Так, подожди, откуда взяла? Вы мне дали. Без рук в руки. Сейчас дал, да? Да. Вот туда положи там. Вот присаживайся, Новый Завет. Новый Завет. Вот трехтомник вот лежит, где видишь, где? Вот, вот, дальше книги. Издать с толкованием блаженного Феофилакта. И с комментариями. За 900 лет этого никто не делал. А оно это все оживляет, и книга живая буквально. 900 лет. Или вот канон Андрея Крицкого, когда читают. Я его на три ступени возвел. Сказал, составлен он для оглашенных. А почему? Я разузнал. Андрей Крицкий подписал анафему 6-му Вселенскому собору. И когда до него дошло, что я наделал? Он дезавуировал свою подпись, и после этого вот это из него вышло. Там 254, кажется, события библейские. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я говорю, это для начала. Мы верующие, нужно возвести на вторую ступеньку благодарения. Те же самые события. Те же самые события. А третье, словословие, я так сделал. В интернете сразу зашлось, а там 1100 лет. 1100 лет, и никто не прикоснулся. А вначале завопили, да какое вы право имеете, кто вы такое? Я говорю, а почему не было сделано? А я отвечаю, раздражаю, я говорю, потому что я еще не родился.
опять что-то такое новое, невиданное, я отвечаю, потому что в то время я еще не родился. Я не ищу эту работу, она сама в руки просится. Я считаю, вижу, надо ее возводить на вторую, третью ступень. Ну, возьми, допустим, какое-то событие, назовите там, библейское. Ну, допустим, Ноя, это сказать, Иона пошел в город Ниневию, и там было, и так, помилуй меня, Боже, помилуй меня, все на месте стоит. Я на вторую возвожу, Господи, и ты сказал Ионе, и они, несчастные люди, 120 тысяч человек, не отличали левого от правого, и ты опять потерпел их. Благодарю тебя, Господи, за все, те же самые события. А третья ступень уже ангельская. И вот Иона как был, и этим людей привел к покаянию. И люди забыли прежние грехи, настолько исправились и славят тебя, аллилуйя. Ну, такое возвышенное везде. Ну, и отдельно мы отпечатали это все, и получилось у нас три. Первая, какая есть, просительная. Вторая, благодарение, и третье, словословие. И мы, когда считаем, все так есть. Результат какой? Расходиться домой, первое моление было, не хотят уехать. Сидят, поют и поют. Настолько это удивительно. Угу. Вот. О, вот это глава администрации города Барнаула. Это не он. Это после его гибели поставили. Это вот я. Это еврей. Еврей вот, хороший. Вот на сайте тоже, да? На сайте. Там где-то а это кто? Это тоже какой-то секте принадлежит. Тут баптисты есть, да? Баптисты, вот он, старообрядческий священник, вот православный, я могу сказать, баптисты. А мусульмане где? Мусульмане. Вот не вот этот мусульманин? Буддисты, ну, все надо смотреть. Но вот когда стали фотографироваться уже, это мэр города Колганов, тот был Владимир Николаевич, это тоже Владимир Николаевич. Это встреча, еще написано? Главы города с руководителями религиозных организаций. С руководителями религиозных организаций. Ну и вот уже фотографируют сейчас, давайте сфотографируем, это на календаре не сделали это. А я там что-то копаюсь. Он остановил всех и сидит, ждет, когда я повернул голову, у меня машет рукой мэр города, иди рядом со мной. Не то, что я там такой знатный, или все, он меня с правой стороны поставил. Это происхождение такое, это Бог делает, еще раз говорю, Бог. У них у всех образование, у меня нет образования. Вот это похоже на баптистов. Да, это баптист. А вот это адвентист похоже. Да, что-то такое. По лицам можно определить одинаково. Да, ну это баптист, то точно баптист. Католик вот белый. Вот да? Это католик, да. Ну это видно. Да, это видно. Тут армянский есть. Католич. Армянский, вот, наверное, да? Да, вот армянский. Вот, да. То католики. Католик, вот. Старообрядцы. Старообрядцы. Вот это, кажется, наша сестра это, была со мной. Это вы, да, вместе. Необходимо было. Ну, вот такое дело. Даже здесь и вот такое. Это, наверное, пятидесятники. Ну, это там такие харизматы. Да, не вот. Поговоришь без мата. Да, вот это вот не знаю, кому отнести. А это Церковь Христа и разная. Какая секта? Это два иудея, да? Новая жизнь. У нас говорим так где-нибудь. Газета бывает, называется «Новая жизнь», и они назвали себя уже это 2010 год уже. Я только... Как будто бы. Ну, чтобы мэр города, он... В десятку лучших мэров входил официально, а среди тех я всех не знаю, но думаю, он был среди лучших, самый лучший, который погиб, вот мне написал это Владимир Николаевич. Он всегда посылал, когда дает отчет за год, посыльного, секретаря или кто, чтобы там где-то симфонический где-то оркестр, не большое место, там со всего города люди, эти, ну, руководители-то. И он всегда призывал, чтобы я там был, ну, почти или что там. А потом помощник, советник по делам его спрашивал, интересуется Владимир Николаевич, как смотрите на его выступление? Я говорю, профессионал. Тут уж еще, кого как наградить, там какая-то женщина, как он подойдет, который погиб где-то. У нас были близкие-близкие отношения. Он ко мне приезжал сколько раз. Как зашел, а мы же переделаем, это освод здания были, мы храм сделали. Удивился, как быстро все сделали. Везде деньги платить, только позвонят. Баварин говорит, да-да, бесплатно сделаем, к нему с уважительным.
Так, видите, я все из нежилого сделать в жилое, или там храм, это длительная работа. Там все, электричество, и противопожарное, и везде платить надо. Здесь я ни рубля не платил. Его сильно уважали везде. А, вы хвалите коммунистов, меня в другой раз. Я вижу, они другие. Ну, написано, православные, где ты видел? Мы же смотрели сейчас здесь. Угу. Это Бог делает так. У нас надо было подвалы. У людей негде хранить, а я большой дом-то и большой подвал сделал. Это балки подвели, все как надо, кирпичом выложили столбы. А землю-то куда? Мы вытащили ее, ну и по улице загородили. Вывози. Вывози, на зима, экскаватор давай, нанимай, машины. Владимир Николаевич, мы тут подвалы, ну и что? Ну, вывезти, полдня ничего нету. Мне с ним так легко было. Понимаешь, как это? Его смерть была... Я не хожу на похороны, а тут пошел. Не на похороны, а на прощание, как говорят. И что интересно, снимков сколько делали, а в газету поместили только один снимок, где я иду мимо гроба. Почему не других-то? Ну, иду я, да, я печальный был. И каждый день молился за него. Люди, у меня развитое чувство благодарности. Просто ну, это понятно. Супер. Который кто помогал мне, когда я в технику учился, в горах где-то, я туда еду, теперь книги дарю, нахожу людей. Где в лагере был, сидел, там поехал, и сидел, где работал, везде отблагодарил. Это Бог делает так. Я не могу даже выразить, какое у меня чувство, я его искал и не нашел. Я хожу неудовлетворен этим. Куда он делся сейчас? Да он умер давно. Эх ты. Я полз в горах, мы умирали от холода, жажды. И нас ничего не было. И ползли по дворованному, уже дошли там окрестной деревни какой-то. Встать на ноги нету сил. Двое. И нас свинья несет ведро, а там хлеб плавает. Я попросил хлеба, да и нам не дали. Мы еще маленько полежали на снегу. И теперь соседи нас подобрали. За столом сидим, и тут и уснули. Отогрелись. И теперь уже сколько лет проходит, мне надо найти, кто это был. Где, на каком месте. Я не помню, какой части города. Ни фамилии, ничего нету. Я чувствую неудовлетворенность. Они сделали, спасли нас. Вот рассказываешь когда человеку, да зачем вам все это нужно? Не знаю. Нужно, не нужно. Я чувствую, что я должен это сделать. А с собаками еще. Мне это сгодилось. Через собак я нашел людей. А с голубями возитесь. Через голубей нашел человека. Господь нашел. Они разговаривают, у одного голубь улетел, а у меня прилетел. И через них вышли на одну руководительницу предприятия, одна, и она помогала мне лет 15. Что ни напишу, все будет. Никак, через голуби. Вот я написал, мне нужно 12 мешков по 50 килограмм, первый сорт привозят. Масло растительное 96 килограммов. Они привезли мне 140, допустим. Мне нужно сахару, я написал, варенье варим, ну, 80 килограмм, допустим, или 2 мешка больше. Приезжают и говорят, сахару нигде нету, а директор отправила на пасеку 4 полных фляги меду, 38 литров, привезли запломбированное. Я говорю, да как же, мало того, она сюда прислала своих людей, и конверт она отдала руководителю, там деньги. Я говорю, я должен платить, нет, она сказала, вам отдать. Это даже сказать нельзя, сколько у Бога добрых людей. Просто невозможно. Они календарь готовили, нужны были съемки. И они здесь сняли. Голубей привезли специально, чтобы я в руках держал, с голубями сфотографировать. Вот это и есть. О, вот это и есть. О, мельник. От мельника. Ну, мельник, это элеватор. Я вот о чем рассказываю. Это моя жизнь. Господь свел с людьми с этими. Мы молимся, благодарим. Я ничем не могу вас дать. Я приглашаю, приезжайте отдохнуть. Я отдельно тут домик дам. Они ни разу не приехали.
Сегодня, как я прятался под кустами, там тальник растет. А мешок, как бы я его разрезал, тогда прикрыл маленько, а половинка. А у меня аппарат видео. Тут телефон надо, а дождь хлещет, гром гремит. И я там под этими кустиками, меня сразу бы нашли. Ну и когда уже вижу, меньше падает капель, давай кое-как вылез. А глубоко так, вылез оттуда, никого нету. Ну и потом они меня подобрали. Мне нравится, как все сегодня день такой наполненный, радостный, необычный. Это коротенькая жизнь, и в нашей власти быть благодарным Богу. И я иду, а тут у меня все это оторвано, тут грязь идти, иду, трава, для меня это еще не значит. Я дома. Что-то давно их нету уже. А? Они уже должны были быть. Уже больше часа прошло, как они выехали, и нету. Значит, их. Что-то там не просто. Что-то неладное там. Не надо ли их туда встретить, ехать? По-моему, дождик маленький. Дождик пошел. А там хорошая туча пошла. Идет. Вот смотрите, сколько сейчас мы нашли стихотворения тут. А, у меня сокровища, не выскажешь какие. Вот если благословение будет, то в пятницу нам привезут мои четырехтомник. Я смотрел, просто... 23 яблоки. Не дождусь как. Подожди. Представьте, как думали, какие сделать корочки, как ламинировано будет. Каждое стихотворение 9 куплетов и эпиграф из Библии. 3000, кажется, 475 стихотворений за 8 лет с половиной. Это невозможно даже, что дело абсолютно невозможно. А как ты напишешь? Тема. Это не просто тема. Вот она взяла, по Теряевке написала. Это у меня стихи другого содержания. Они настолько глубоки, что даже не выскажешь. Вот с просчетом терпения. Терпение, которое должны подводные лодки иметь, выплыть нельзя. Как операцию делают. И заканчивается, как мы перед Богом. Это в тюрьме написано. Покажите из тюремной, какие они стихи. Да там ничего нету. А здесь каждое слово, как молотом ударить. Вот это. Окончен суд, зачитан приговор, конвойно уводят в коридор. Единодушен приговор к расстрелу, внезапной дрожью наполняет тело. Я примеряю выстрелы к себе, привязанных к позору на столбе. Сейчас я знаю, сердце упадет, расколется и рухнет небосвод. Последнее мгновение, как перед Богом наклонит. Сейчас я знаю, что будет дальше. Какой-то, вот считаю, звук. Минуты забытье, и у столба лишь жалкое тряпье. Душа уходит в небо синеву, за порванную пулями канву. Слова-то какие? Канва – это 365 дней. Сегодня бы не написал. Это все там. И как? Я мелко-мелко написал. Дело, когда дают, дело отнимать нельзя. Дело, в чем я виновен. И две страницы, а кашу дают, там овсянка, а... Каша такая, ну, можно клеить-то. Я на одной стороне написал, другой, потом провел вокруг и склеил. И когда проверяют, они не видят, у меня склеены. И так я их вынес из тюрьмы, из лагеря. А тут уже опять-то печатать. А теперь не только печатать, а в книгах будет. Я некоторые стихи не могу найти, а потом думаю, у меня 3 тома, открытым оком, не напечатано, только в электронной версии. Вот все удивительное, когда ты никто. Совершенно я не поэт, пишет поэт, там писатель. А писатели пятятся буквально. А вы где такое? Ведущий у нас был писатель как-то Марк Иосифович, еврей. Мы беседовали, когда это ваше стихотворение. А почему не печатаете? А другая первый секретарь райкома партии. Как она, Надежда Степановна, она говорит, а почему не защищаетесь, надо защищать степень там, кандидата наук. А зачем защищаться? Я не поврежденный. Защищаться. Зачем мне эти звания? Если нету, то нету. Ревнева, фамилия ее. Она помогла мне, когда... Дела прикрывали, не отдавали деньги-то.
А она в это время была уже в краевой администрации. И до нее дошло, когда... И она, там, видимо, юристов наняла, сами делают это люди. И сразу куда там, в прокуратуру везде. До каких пор будете обманывать? На его стороне правда, на меня. И начали раскрутку обратно делать. 11 лет шел в суд у меня, 11 лет. Но у меня и были претензии немаленькие. Они должны были мне 11 миллиардов с теми деньгами, недоминированно. И как Господь все сделал? Два здания дали, из 13 соток. Самая красивая часть города. В одной храм, а в другой две квартиры. Вот я обращаюсь, когда назад, это не моя жизнь. Не сказать нельзя даже. Вот сегодня затеял я, почему? Ехали вместе, и вдруг второй мостик только проехали. Я, стой! Я вылажу, как вылазите? Вылажу, я остаюсь здесь, а выезжайте. А у тебя было у меня, не было этого у меня. А почему решили вылезть? Так, быстренько только, что тут ягода, ягод не оказалось, ни одной ягодки. И второе, пока вернетесь, я накопаю, и будет у вас корень солодки-то. А Господь рассмотрел по-другому. Уноси ноги скорее, пока тебя не захлестало здесь. И вот мы дома ждем, когда позовут на обед. Ну что, пытаюсь дозвониться до них? Нет связи. Ну, они знают. Ну, уже час 10 минут прошло. Вот почему я вылез? Вот когда они приедут, до конца мы узнаем, почему я вылез. Даже видели, это ехали. Остановил машину, лопату взял, вышел. Один. Так ты один будешь? Один, они думали, кто-то. Это же ненормально, просто ехать и три машины, и инициатор, чтобы поехать, моя. И вдруг я меняю все и выхожу, пошел копать. Это необъяснимо. И когда вижу, наплывают тучи где-то, я посмотрел, там низинки, наполовину моста этого, и там... вот такой вот высоты, ну повыше маленькие там, которые были большие, там и вырубили. И там она не задерживает мало. Но я понял, что оно будет бить, и я смогу укрыться. Мне за аппарат надо было. И так и было. И когда все закончилось, я начал вылазить. Оттуда иду и улыбаюсь, мне смешно, как Господь меня отмочил. Иду, грязь, ноги подскользаются. А как они будут? Дошел до первого мостика, а там камни. Как где выше, где ниже, как перепрыгнуть. Ну ладно, лопата была. Перемахнул в ту сторону, а вода течет. А теперь надо залазить на выезд, а тут туда, где вас. Вот он хорошо ведет, мне понравилось. Машина туда-сюда, не может подняться. Ну а я что, косолапый-то туда поволокся и наверху стою. Едут, приехали. Все, приехали. Вот они, две машины. Видно, вызывали, такая черная. Ну, что-то здесь, да. Вот поехал бы ты, а? Что бы ты делал теперь там с ними? А себе смотри и все, радуйся. Смотри, машины. Люди едут. Сегодня стихотворение про Потеряевку прислали. У нас одна пишет хорошие стихи, но она не здесь, а где-то в Краснодаре. Можно, Екатерина. Про Потеряевку. Эти, я думаю, их озвучить можно. Виталий сказал, возьмется нет. А раньше-то написала, у нее прям такое. Да. Идут. Идут. О, сестры наши с вениками. Володя, завершающий. Кто платье поддерживает, кто что? Хорошо. Вон они идут, смотри как. Все, вернулись. А что, сейчас застряли? Вон они идут. Александр, извините. Сестры возвращаются. А вы с мир всем. С миром. Мир. Покажите вас. Да, конечно. Есть. И дайте их.
Мед привезли и веник. А где взяла? В магазине. Мне веник нужен. Так а что мне даешь? Зачем? Я показываю. Игнатий Тихонович, вам передали пижму. Куда ее положить? А где вы взяли ее? Передали? Она пижму очень сильно. Я сосами занималась. Сама доставала. Сейчас видео покажу. Мне это... Ладно, куда ее? Сейчас. Вы же понимаете, об Антоне речь идет. Да, теперь я понял, что пижму не ушли все-таки, да? Может быть, ее надо порезать, успеть просушить еще 2-3 недели. Пока положите. Лишнее, которое не ее трава, это убрать. Или брать надо. Ну, как мы делаем? Мы сразу как-то. Чтобы не получили. А кто вам дал это? Точно наехали. Такие там по пути, такие не знаю, если вообще. А пижму кто рвал? Пижму кто рвал? Сейчас это. Очень сильно похоже на пижму. А это, по-моему, Игорь Барабаш дал. Барабаш. Барабаш дал, Игорь. Барабаш. А где он взял его? Они шли оттуда, вот, ну как в деревню входили оттуда, откуда мы сейчас приехали. Ну надо обработать, дать ее. Я как обрабатывали это богородскую травку, так и это. Давайте по обедам мы уйдем. Положи куда-нибудь. Покажи куда. Вот здесь положи. Здесь. Хотя тут на печку. Так, все. Давай. Стойте. Все. На милость и надеюсь, к тебе прибегаем. Ты защищаешь.